Несмотря на фейковую информацию о якобы нештатной ситуации в научно-исследовательском институте атомных реакторов, в Димитровграде все спокойно. Напомним, 3 февраля в соцсетях начала появляться информация о ЧП на предприятии. Позже руководство НИАРы Димитровграда слухи опровергли. Дело в том, что в процессе работы с радиоактивным веществом радием-226 произошло незначительное загрязнение территории института. Оно не вышло за пределы промышленной площадки номер один. На территорию промышленной площадки номер один института и на прилегающей территории радиационный фон находится на уровне среднестатистических значений и характерен для нормальной эксплуатации объектов использования атомной энергии. Нормальные показатели радиационного фона показали и ручные дозиметры, с которыми общественники и экологи объехали все районы Димитровграда. Возникшая ситуация не повлияла на работу образовательных учреждений. Многочисленные фейковые сообщения о якобы запрете выхода детей из школ после уроков педагоги опровергают. В нашей школе вчерашний день прошел в штатном режиме. Дети в обе смены занимались все уроки в полном объеме. Никакой паники, ажиотажа не было. 4 февраля в городе также все спокойно. Все учреждения работают в штатном режиме. В Димитровграде, как и по всему региону, объявлен карантин по заболеваемости ОРВИ, поэтому школьники остались дома. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.